Россия сегодня отмечает День славянской письменности и культуры. Русский алфавит, письмо дали толчок развитию нашей большой страны. Славянский алфавит создали в 863 году два брата – старший Мефодий и младший Кирилл. Для этого они адаптировали алфавит греческий. В честь одного из братьев азбуку назовут кириллицей. День славянской письменности и культуры имеет статус церковно-государственного праздника и свои традиции. Так в этот день сводные хоры по всей стране исполняют гимн Российской Федерации. В Чебоксарах на Красной площади звучали больше тысячи взрослых и детских голосов. Приехали со всей республики, с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Они специально к этому готовятся. Конечно, это сложный проект и требуется огромная хормейстерская работа. Мы проводим эти репетиции и вот сегодня наблюдаем результат этого труда. Звучал гимн нашей республики и известные любимые россиянами песни. Задавал настроение народный артист России Марис Яклашкин. Я живу в поселке Варнары городского типа. Всегда мечтала попасть сюда. Вместе с Россией День славянской культуры и письменности сегодня отмечают в Болгарии, Белоруссии, Македонии и на Украине.